Ставлю запись и погнали. У, народу дофига. Чё берём, пистолет? Ёшки-матрёшки. Тут ещё какой-то чел лутается просто. С первой сразу в голову. На. Люблю, когда так. Сзади еще чел. Так, это мы меняем вот так вот. Хоп. Потом, значит, вот тут все забираем. У нас куда-то сюда еще чел падал. Раз, раз. Раз, один, два, три. Ну вот, видите, снова начинается почему-то. Ладно, пофиг. Потом сделаю. Но просто первый в голову. Как же я хорош сегодня. Право, чел. Ошибка, мужик. Не туда побежал. Мне сюда чел пришел еще. Зарубимся на снайпах. Давай еще разок. Да, я гляну обязательно. Я его в шею убил. Колдос. Хилов, что ли, не было у него? Что за прикол такой? Как же она хреново упала. Не, ну вообще нормально идем, по идее. Давайте, наверное, с эйсом доиграем. Нормальная пушка. Привет, Абаддон. Так, он сейчас должен по тачке стрелять, по идее. И должен спалиться, где он. Вот он. Кукуби-кабаби. Что это значит?
Да, ну я умер. Не, он умер. Все, это для него пос... Фу! Что за зажимы? Так, мне надо тачку. А у этого тачка... А, вот она, все. Я забираю и уезжаю. Докинул, посмотри-ка на него. Че, моя, наверное, очередь, да? Хаешки прокидывать. Опа! Легендарная полетела. По-любому в дом зайдет. Если ты устал лагать, VPN беги качать. Gera Booster – самый лучший способ играть на лучших серверах Европы. Ссылка в описании. Еще одна ВД. Сюда просто. Так, у меня аптек нет, вот что. Все, взял. Все, никто ж мост не закрывает, правильно? Вот так могу. Как вам трех оцените? От 1 до 10. Я полагаю, нам пока можно тут встать, по идее. Может быть, еще кто поедет по мосту. И мы еще пока что в зоне. У нас 11 киллов уже есть. Каточка на YouTube намечается. Опа. Тише, тише, тише. Еле в траве его увидел, блин. Есть такое. Я умер. Не, у меня есть АВД. Как же меня АВД сейчас засейвило? Поплыл, роднуля. Не, надо подхилиться. Ничего себе. А чё так жестко-то? Теперь мне надо с него броник забрать. Свежий. И аптек. Надо, наверное, врезаться в кемп. От кемпа отыгрывать. А чё, как так? Он не услышал меня вообще? Ну вообще, вот по логике вещей, отсюда могут выйти. И вот тут вот ещё ЛГ. Но напрямую тут, скорее всего, никто не пойдет. Слишком опасно. О, чел. Да, тут чел был вроде. Хотя, может, я вот с этим кустом спутал? Но как будто бы навряд ли. Касочка слетела. Да, мне не показалось реально. Вот этого я видел вот там. Ну чисто я на него обратил, и он сразу скрылся. Так, ну все, аккуратно доигрываем. Чел?
Так, ну мне как будто бы надо через вот эти плантации играть. Там еще дропы падали, по-любому чел будет в Т3 где-то. Он с МКшкой. Можно, по идее, в спину, наверное, выйти. Ладно, не буду кидать. Но я в каком-то центре прям. А, там он на дропах. Ля в точку жму. Он сейчас ластовый, наверное, спалит у меня. А, это ластовый, ё-моё. Че я туплю-то? За зоной сдох. Ну что это за победа такая? Ошалеть. 2-300 урона. Нормальная каточка получилась. С кайфом. На ютубе кто будет смотреть, лайк, комментарий там какой-нибудь. Простой, непростой.